Итак, это полоса препятствий, которую кто-то может перепутать с пешеходной дорожкой. Спартановка. То есть весь вот этот снег, смешанный с грязью, песком, реагентами, с проезжей части решили перебросить на пешеходный тротуар. Видимо, у нас Волгоград – город победившего автомобилиста. Автомобилизма. Пешеходов у нас не осталось. Поэтому есть выбор. Значит, ты либо по вот этим буграм прекрасным снеговым идешь, либо по вот этим вот лужам. Но здесь они, кстати, не такие глубокие. Вон там дальше вполне себе нормальная глубина, поэтому обходить ее нужно вот по этому скользкому склону. Естественно, ничего здесь песком или какими-то другими реагентами не посыпано. Зато посмотрите, как сияет первая продольная. Естественно, ведь если затор возникнет на дороге, на картах пробки будут видны. А если пешеходы вот так вот ползут по тротуарам, якобы по тротуарам, то на картах это отобразить невозможно. Никакие баллы здесь не поставишь. Поэтому можно и не заморачиваться, видимо.